Всем привет, меня зовут Алиса, вы на моем канале. Сегодня будет обзор моих процессов, что вяжу, что связала, что перевязала. И так как у вас в камеру светят вам в мониторы носочки, начнем с них. Такие носочки я связала. Вот, вверх у меня выполнены стравки, а низ у меня выполнен из акрила. Вязала носочки я крючком на размер 35-36. Я их уже носила, мне все нравится, удобность от наножки, прям красотища, красота. А из какой пряжи же я вязала? Тут все просто, травка, верхушка у меня выполнена из травки от Alize Декафур Сим Фанси, Фэнси. Такая вот она лохматушка, цвет у меня тут идет 621 на 100 грамм 100 метров. 100%, 80 металлика и 20 полиэстер. То есть, видите, она еще и с блестяшками. Новый год какой-то. Трава вот такого большого размера. Тут, наверное, сантиметра 2. Такая вот она. И мне нравится, что она не колкая. Ну и еще в этих носках я использовала, конечно же, пряжу Дора. Дора — это 100% акрил, здесь идет на 100 грамм 230 метров. Вот такая пряжа у меня, 0,51 цвет. Я вязала в две ниточки, вот у меня было два моточка, это вот столько еще осталось. Вот, поэтому очень экономичный расход, при том, что крючок много кушает, но мне достаточно. Вот эти две пряжи я использовала на носочки. Идем дальше. Это мой долговязный позор, я считаю. Это плед Бабушкин квадрат. Вяжу я его из пряжи Трофила Мигуруми. Это полухлопок. Тут у меня 4 цвета. А на 50 грамм 145 метров, 60 хлопка и 40 акрила. Пряжа вообще великолепная, мне она очень нравится. Крючок 3,5. Прям вяжется идеально, не цепляется ничего. Это вот столько я связала. Вот такой у меня плед вырисовывается. Вот, ну, наверное, сантиметров 20 от центра я связала во все стороны. Мне нравится. Это такой долгий, ну, недолго играющий проект. Я думаю, что скоро я его закончу. Еще неделя-две дайте мне, я его закончу. Просто еще помимо вязания дела есть. Вот, это вот этот плед у меня, значит. И сейчас я вам покажу свой коврик. Вяжу, напомню, я из толстого хлопка от Camtex. У меня два цвета. Ягодный, ой, брусничный и серый. Я, помните, начинала вязать типа ротангом узор. Но я его распустила, потому что тот узор ест очень много пряжи. Это не экономично и получается немножко не то, что я хочу. И я решила связать вот в такой технике. Ни разу не вязала. Я эту технику откладывала, откладывала. Решила, что пришел час этой техники. Она вяжется, как бы, да, каждый раз вы приделываете новую ниточку и вяжете от угла. Кто-то говорит, что вяжет поворотными рядами, но немножко не то пальто. Вот так у меня уже связалось. Обязательно потом, ну, постепенно, вот как вяжу, я записываю для вас видео, как я что делала. Конечно, оно будет такое обзорное больше, прям не полный мастер-класс, но тем не менее, можете посмотреть, как я вязала. Мне не жалко, а вам приятно. Вот, пряжа я довольна, узором я довольна, все мне нравится, с изнанки оно получится так. А, девочки, смотрите, у меня здесь вот, вот такие кончики идут. Вот они, кончики у меня, да. И девчонки мне говорят, что, Олеся, ставь кончики, типа бахромушка будет. А, но я решила, что это не мое. Не люблю, когда вот это все. Плюс у меня кошка, она будет играть. И я просто эти кончики буду вот так прокладывать и делать обвязку. То есть я сделаю два рядочка обвязки. По цветам не знаю, какие останутся, теми и сделаю обвязку. Потому что пол коврика я уже осилила, связала. Осталось совсем немножко, еще чуть-чуть, последний рывочек. Вот, девочки, вот такие у меня процессы, их всего 3. Пока сюда ничего не буду добавлять, потому что мне нужно довязать плед и коврик. И заниматься уже другими своими какими-то хотелками, вязалками и так далее и тому подобное. Вам спасибо за просмотр, жду ваших комментариев, замечаний, идей. Все, всех целовашки, обнимашки, до новых встреч, пока-пока!